Следственный комитет по Чувашии подвел сегодня итоги прошлого года. О раскрытых резонансных делах Ольга Пырочкина. Останки тела найдены, виновница преступления созналась спустя 27 лет. Летом 2018 года следователи Чувашии совместно с полицейскими раскрыли убийство, которое произошло в 1991 году. Убийцей мужчины оказалась его родная дочь. Последняя под давлением собранных улик была вынуждена признаться в содеянном и показать место захоронения, где и был обнаружен труп ее отца. Раскрывают убийства в Чувашии в 97% случаев, изнасилование в 100%. Обращаю внимание, это грамотная организация следственно-оперативных мероприятий, раскрытие всех преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а их было 81. Это не 2, не 3, не 4. И здесь основную роль в этом плане сыграли совместная работа. При этом, благодаря профилактике, такой как работа с ранее судимыми и контроль порядка в общественных местах, в прошлом году число убийств снизилось наполовину, других особо тяжких преступлений – на 20%. Активная работа с лицами, которые не платят своим сотрудникам зарплату, привела к тому, что большая часть долгов вернулась людям еще на досудебной стадии. Остальными занимается суд. Что касается коррупции, здесь количество дел увеличилось наполовину. За нарушение при строительстве нового следственного изолятора осуждены трое должностных лиц системы исполнения наказаний. Из 221 дела больше 50 возбуждено в отношении должностных лиц. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.